Итак, ковш отвал для мотоблока. Мотоблок каскад. Сразу по техническим характеристикам. Высота ковша 40 сантиметров, захват 90 сантиметров. Снизу изготовлена полоса из износостойкой резины. Высота 8 сантиметров, крепление к ковшу в 4 сантиметрах. Ковш собой представляет треть от металлической 200-литровой толстостенной бочки. Толщина порядка 3,5-4 мм. Крепление осуществляется на переднюю навеску при помощи одного болта. По-моему, это у нас десятка или восьмерка. Ну, там подберете. Каркас сварен из металлической квадратной трубы 50 на 25. Ребро жесткости одно стоит на ковше, представлено уголком металлическим. Повторюсь, захват ковша 90 сантиметров, наиболее оптимальный, потому что подходит к базе мотоблока на 13 колесах, что наиболее рационально, потому что только на 13 колесах эта вся конструкция едет. Если ставить колеса родные, он не едет вообще никуда. И также высота ковша 40 сантиметров, это наиболее оптимальная высота, потому что это предел этого мотоблока по тяге, по возможности толкать снег сухой, свежевыпавший. Если сделать больше, он уже не будет толкать, потому что будет слишком большое количество снега спереди, слишком большая масса. Если сделать меньше, то смысла нет. Снег в основном чистит от 30 сантиметров и более, когда выпадает. На колеса, кстати, установлены цепи. Я их показывал в предыдущем видео. Цепь у нас идет 25 на 10 с заваренными звеньями по 2 метра на одно колесо. Соединялось все это дело карабинами. Без цепи данные колеса просто стоят на месте, никуда не едут и не крутятся. На плитке следов цепь такая не оставляет, благодаря тому, что звено полукруглое, в отличие от металлических колес и протектора на металлических колесах. Поэтому цепь наиболее оптимальный вариант для передвижения по плитке, где-то по бетону. Немаловажная деталь, то что ковш плавающий. То есть, если поднять за один край, то он может вращаться, и он копирует поверхность. Там, где вот такие вот намерзшие части, вот как здесь, там есть с этим проблемка, если он жестко закреплен. В частности, здесь вот я тоже вычищал. Вот видите, его чуть поднимаешь, он вверх уходит. Тут вычищал, тут видите, какие неровности, он везде проезжает над этими неровностями. В этом, конечно, огромный плюс. В том, что он не упирается ковшом, а копирует поверхность. Конечно, только рыхлый снег счищает. Ну, как вот он сейчас мокрый, лепится в снежки. Но он все равно его чистит. За 1 час расчищена парковка торгового центра, причем с двух сторон. Это тыл, ну и, соответственно, фасад такой же. Вру, 1:20 ушло. Конечно, остаются такие вот кусочки, но в основном там, где глыбы льда внизу, он не убирает. Хотя снег скидывает при этом. Вот это все нагреб мотоблок. Вот эти глыбы по над зданием тоже нагреб мотоблок.
там, где снега было меньше, и там, где он не заледенел, он чистит до асфальта. Что удобно, чистит даже понад машинами. Видны следы колесиков. Вот такие вот вещи можно им творить. Считаю результат более чем достойным. Единственная проблема, если мокрый снег, то он местами намерзает на ковш. Парковка. 2 часа. 2 парковки.